to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ура! Привет, Наоми. Что ты скажешь тебе на день рождения вместе со священником? День рождения. Ура! Спасибо. А ты, Катя, что скажешь нам? Спасибо. Ой, звучит против света. Против света. День рождения. Спасибо. Держитесь вы там. Да, вот мы, именинники, со священником. Мы со священником. Мне 43, а священнику 34. У нас зеркальная дата. Да, священник? Да. Сладкая парочка Твикс. Сладкая парочка Твикс. А не, он знает. Parla più piano che nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio. Sempre così, parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. Un grande amore mai più grande esisterà. Браво! Браво! С такими шаманскими символами. Вот, день рождения начинается. Пол у нас соответствующий. Ведь пол, то, что нужно. Вот. Wonderful! Wonderful birthday! Вот, тортики, друзья, шаманская музыка. А что за музыка? Мое день рождения в Мотовиловке. Что там происходит интересного возле елочки? Сейчас посмотрим. Я слышу звуки гитары. Это мой день рождения. Я провожал друзей из Житомира. Ханные руны. Шаманские порталы. И знаки. О, я слышу музыку! Привет! Ола, амигос! Классно! Шо робиться? Классно! Ну, супер, супер! Ясно. В этом мире бушующем миг, за него и держись, только миг. Наш ты мы будущим, именно он называется жизнь. Миг за прошлым и будущим, именно он называется жизнь.
возле очень странного и, в принципе, очень душевного памятника партизанам, которые варят у костра где-то в лесу, сейчас со 100 граммами фронтовыми и винтовками. Так мы в походе, в принципе. Мы отмечаем день рождения. Мое 43-летие и 34-летие священника. Зеркальная дата. Отмечаем. Надо старших уважать, девочка. Шляп! Да, было дело такое. День рождения продолжается. Мы идем в лес. Мои друзья тут. Дрова. Возьми, возьми, кстати. Это они у меня на самом деле. Да, держи. Саня, как тебе мой дом с рисунками? Ну, экзотик. Экзотик. Идемте, друзья мои, vamos. Да, в лес. Олег, поздает, рисунок. Да. Ааа, гель читает кроличика, Какой ужас. Да. Вот мой двор, друзья мои. Кстати, когда вернемся, я предлагаю устроить конкурс дровосеков. У меня есть два бревна, которые мы с Сашей не можем разрубить. Если кто-нибудь из вас сможет это сделать, я вам буду искренне благодарен. А вот эти бревна я таскаю по одному из лесу. Смотрите. Это стронку с Ева де Боске Уну Поруну. Это я тоду Еву. Круто. Просон трикимадуся, вес? Сон негрус. Дрова не греет. Ну а чем же еще? Конечно, дровами.
называется «Что мы будем делать с пьяным матросом». Дата. Верно. Отмечаем и пьем темное британское пиво. Гоблин. Гоблин называется. Гоблины. Да. Священник, что ты скажешь по поводу своего дня рождения? 34 года. Да что я могу сказать? Уже 34. Ну, а мне 43. Так что у нас зеркальная дата, чувак. Мы с тобой, как сказал Паша, бессмысленные существа. Сладкая парочка Твикс. Не только Паша сказал. Не только? То есть это мнение общераспространенное? Да. Какой ужас. Ну ничего, может быть, мы еще прорвемся. У нас еще есть немножко времени. Мы еще им покажем, черт твоей матери. Вот. А ты, Саша, что думаешь про нас, долбоёвых? Ну, если что, вы можете легализировать ваши отношения. Каким образом? Поехать в Голландию, получить гражданство. То есть ты прикалываешься? Саша, как всегда, прикалывается на сексуальные темы. Вот сексом, конечно, ну, лично у меня большие проблемы. Надеюсь, что какая-нибудь девушка сделает мне подарок в ближайшее время, так сказать, в этой области. Ну, ничего, жизнь прекрасна. Два пера, три пера, восемь действого племени. Ты имеешь в виду опасность сексуальных контактов с незнакомыми девушками? Да. Как пан Бернацкий обещал подарок привезти девушку с вокзала. Обычно она там находит. Что ты думаешь по поводу нахождения девушек на вокзалах, которые живут? Ничего, я только за. Серьезно? Тебе не страшно? Я ж пей и веселись, ибо скоро умрешь. Да, времени у нас на самом деле немного. Что ж таки... Да. Обычно предохранял. Кстати, это совершенно ужасная практика, предложенная паном Бернацким. Он рассказывал, что прошлую девушку он притащил домой с вокзала, и у него не было презервативов, и он воспользовался целлофановым пакетиком. Это совершенно трэш. Ну что делать? Как ты хочешь жить, ими вертеться. Вот. Лишь одинокий свет в огне. Я вот тут моих шагов звучит в полночной тишине. По этой мостовой и вдоль этих скверов до утра бродили мы с тобой, и это было как. Как жаль, но ты сегодня не со мной. И только когда иду по этой мосту, я думаю о такой же дивный момент. Блестит в реке вода, и без тебя со мною нет. Все так же, как тогда, такой же дивный лунный свет. Блестит в вода, и без тебя со мною нет. Не только прошу, когда иду по этой дороге, я думаю о нас. Но ты сегодня не со мной. Не только каждый раз, когда иду по этой мостовой, thank you.
Ура! Это супер! Это самый удачный день рождения за последние годы. 20-е начинаются. Да, Бог не последний. Дай Бог не последний.